Вот так бы, Жек, да, сесть с утреца и на дальняк. Там кто-то на той стороне костер жгет. Да. Непременно все будет офигенно. Рыба. Ой, ты красивый. Маленький еще. Кепочку, шапочку, фуражечку. Всем привет, дорогие друзья. Мы с вами снова находимся на Михайловском водохранилище. И позади меня вы видите уже удочки. Евгений сидит, наша замечательная красавица. Мы, естественно, на рыбалочке. У нас уже есть первый улов. Буквально за 20-30 минут, как мы разложились, все. В общем, вот такие пироги. Снова рыбачим, снова. Я не знаю, может быть, это последняя рыбалка, может быть, нет. Может быть, мы потом еще и на зимнюю пойдем. Как знать. В общем. Дорогие друзья, прошло 5-7 минут с того, как я записал превью к этому видео, начало, так сказать. И, пожалуйста, вот уже малец, молодец, рыба молодец. В общем, ну, рыбалка началась. Это, наверное, самое лучшее начало рыбалки за все наши поездки, да? Пока. Так что, дорогие друзья, отдыхайте, ездите на природу. Рыба! Дорогие друзья, уважаемые подписчики и все, кто просто заглянул на данный момент на канал, вы на рыбалке с нами, с Шимкенским каналом. Водичка, кто уже видел, смотрите, какая замечательная гладь. О, поклевочка пошла, поклевочка. Смотрите, интересно, интересно. Так, давайте-ка сделаем вот так вот. Дорогие друзья, просто поигралась, видимо. Так, бочками побилась, там пообсасывала. Что сказать, классно? Пожалуйста, вот наш улов. Ё-моё, сколько там соплей жили. Наши замечательные рыбки. Позади меня вы можете наблюдать восход. Красивый. Конечно, там сейчас тучи, но все равно красиво. Смотрите вообще, какая природа. Замечательной машине, АК, дом на колесах, спят наши замечательные супруги. Пожалуйста. Засыпай, на руках у меня засыпай. Они обязательно должны себя увидеть на этом видео. Увидят еще, конечно, но как они спят. Говорят, нельзя человека там снимать, фоткать, пока он спит. Ерунда все это. Можно все, друзья. Фото и видео — это ваша память, ваши воспоминания. Вот мы с Евгением Евгеньевичем, не знаю, лет через 20 посмотрим на эти видео и будем ржать над собой же. Че, Евгений Евгеньевич, у вас там это что-то было? Так, сейчас посмотрим. Хочется, конечно, застать такой момент, когда либо я, либо Евгений Евгеньевич вытаскивают там какого-нибудь сазана, карася. Нет, сазана. Она у тебя прям играется. Друзья, не хочу каркать, но я очень надеюсь, что Женька сейчас вытащит кого-нибудь. Очень надеюсь на это. Дай бог. Не будем прохваливать вот эту. Но, по-моему, рыба сейчас играется. Вода сверху покрылась такой шикарной гладью, знаете, она сейчас небо отражает так очень красиво. И вот нам тут создают волны.
Не будем ругаться, ладно. Все мы. Собаки. Ну, пока тишина, пока тишина. Мне тоже поплавочек что-то играется. Так, нет, пока ветер его ведет, да. Я не взял, к сожалению, штатив, друзья. Блин, надо было маленький штатив взять, поставить. Было бы интересно. Все равно хорошие кадры. Рыбка уже, которую я показал. Уже все равно настроение есть. Евгений Ильич, у вас настроение как? Нормально. Как говорится, нормально делай, нормально будет. Едем дальше, друзья. Дорогие друзья, наконец-то показалось солнышко из-за облаков. Вот оно позади меня. Еще, конечно, не так сильно, но уже хорошо, уже сейчас теплее станет. Чуть-чуть нас пригреет. Рыбаков нас тут уже много. Ну, достаточно. Мы сидим, уловчик идет потихоньку. Но идет, самое главное. Так, в принципе, показывать сильно много нечего. Сидим, болтаем, ждем, ловим. 2 часа прошло. 1, 2, 3, 4, 5 штучек. И при том, они, знаете, как по нарастающей. Маленькая, средненькая, больше и еще больше. Пожалуйста, я покажу. Не знаю, как будет видно, но покажу. В общем, вот такие вот пироги. Знаю, слова паразиты, у меня их много. Но это YouTube, детка. Это не телевидение, где у нас есть правила всякие. Это экшн-контент, интересный контент. Ну, я думаю, кому-то интересный, раз смотрят и пишут комментарии. Так что, вот такие пироги. Женушки там. Одна спит, другая играется. Греются, в общем. Ну, а мы рыбачим. Да, друзья, да, рыбачим. Дорогие друзья, прошло ни много ни мало, уже как, наверное, 3 часа. А, не знаю, сколько времени. Счастливое время не наблюдает. Улов потихонечку продвигается. Я вам сейчас кое-что покажу. Евгений Евгеньевич поймал. Плотва, да? А, подлещ, подлещ. Вот такой здоровенный. Здоровенный ясь. Вот такой вот здоровенный подлещ, обалденный. Чуть-чуть теплее стало, солнышко, конечно, вышло, но его мало, оно за облаками. Мы продолжаем и надеемся на хороший улов. И так уже все хорошо, мы уже покушали, девчонки проснулись, сидят, болтают. В общем, все путем. Ой, ты красивый. Маленький еще. Ну, месяца 4, да, делаем 3. Ой, ты какой хороший. Прям окраска какую-то. Вот так, дорогие друзья, на рыбалке даже котята ездят со своими хозяевами. Вот на той Жигули семерке с номером 755 МК-13. Вот этот котенок и приехал. А если наших вытащить, что будет? Нет, что? Они два раза. Красавчик. Рыжий такой. Что за порода? Это порода какая-то. Это не просто кот. Может, помнить так же, как у нас с чем-то. Сука, он не попробовал. Уйди к тому. Маленький. Вот так, дорогие друзья. Домашние питомцы ездят со своими хозяевами на рыбалку. Ну разве это не няшно, мило, круто? А мы продолжаем рыбачить наш уловчик. Времени у нас уже без 15 часов.
с отрицания, стяг времени прошло. Улов в принципе есть. Ну, хотелось бы, конечно, больше. А? К пиву есть. Мы ни в коем случае не пропагандируем алкогольные напитки. Это видео 18+. Сидим, что-то клёв такой, вообще вялый. Если по 10-бальной шкале, то 2 из 10. 1,5 из 10. Так, поиграется, то 7-8. Вот сейчас вот так вот сидим. 4 удочки. Там мужики сидят. Девчонки отдыхают в машине. Не, в принципе-то норм. Весело. Ну как весело? Весело. Атмосферно, скажем так. По крайней мере. Вот он наш уловчик. Весь уже кверху брюхом. На канале еще очень много разных видео. Друзья, заходите, переходите по ссылкам. Подписывайтесь вообще. Смотрите, много поездок на рыбалку, в горы, в пещеры, на озера. Вообще природы очень много. Весело, что, отдыхаем. Просто так время не тратим, а проводим его интересно. Так что обязательно поставьте большой палец вверх, напишите комментарий. Да, именно ты напиши комментарий. И подпишись на канал, позови своих всех друзей. И подпишись. Ветерок уже поднялся. Мы ловим. Рыбка идет потихонечку. У мужичков идет, и у нас идет. Уже так попрохладнее стало. Сейчас нам опять придется кенгурушку одеть. Самое главное — природа, атмосфера и друзья. Да. И подписаться на канал. Дамы и господа, дорогие друзья, у нас диалоги о рыбалке. Шучу. В общем, начал покрапывать мелкий дождик, ветерочек. Я вот даже приоделся. Свою панамку, шапочку одел, да? Кепочку, шапочку, фуражечку. Не обращать внимания на то, что взгляд мой падает туда. Это на поплавки, надо же следить как-никак. Начался дождик, началась небольшая поклевка. Классно, в общем. Запах шикарный, природа, кислород. Вообще тут мощно. Также сидим. Еще, наверное, часик. Сейчас у нас времени где-то 13:10. То есть час 10, да? Обед. А мы уже покушали до этого. Сейчас, наверное, еще часик посидим и уже будем собираться. Если, конечно, сейчас ливень не шарахнет. Потому что тучки такие дождевые. Можете посмотреть. Будем надеяться, еще кого-нибудь поймаем. Рыжий, на. Пошел, красавчик. Так бежит, оп, подпрыгнул. Тебя хоть покормили? Да поверь, он там наелся. Ты такой красивый, а? Так же глазки пачкаются. Ну, он же сказал британец. Шотландец. Пацан? Мальчик, кажется. Какие? Мальчик, да. Уже какие эти.
царапаешь. Ай-яй-яй. Смотри, это чужой кот, он может и... Недовольный. Да. Ирландец, что поделать? Шотландец. Они все такие шотландцы. Да что тебе надо? Народ, в общем, короче, такая фигня, уже обед. 2 часа. Сейчас такой был, я не знаю, как это назвать, такой переломный момент. Короче, я одну вытащил, вторую вытащил. Жека, ты тоже две вытащил? А, Жека сразу одну след, ну, третью, короче, сразу бах вытаскивает. Ну, я не знаю, как это объяснить, короче, одна за другой. Тык-тык-тык-тык. Так, что там? Что там? Что-то было? Скажи, оккупировали сад. Может, больше шнурок нравится. Да, шнурок. Эй, дружок маленький. Дорогие друзья, позади меня наш маленький друг Рыжик, Рыжий. Также позади меня, не знаю, видно издалека или не видно, его хозяин. Он у нас в синей бейсболке. Классный котенок, классный дружок. В общем, прикольно ездить с животными на рыбалку. Мы уже ездили с Кнопой, с нашей собачкой шикарной. А вот еще и котяра тут появился такой. Маленький, хороший, шотландский. Вот такие вот пироги. Дорогие друзья, позади меня звонит Nokia 3310. Именно этим телефоном обеспечивались данные виды транспорта, то есть Mitsubishi Delica. Да-да-да, вы совершенно правы, сзади есть такой телефон встроенный. Как вы видите, стекла уже... совсем в дождике, так в капельках, да. А мы выезжаем в город, домой, по домам. Ништяк, отдохнули, порыбачили. Вы, наверное, наконец-то, те, кто посмотрит, скажут, ну, наконец-то у них побольше рыбки. Не да, говорите. Да, друзья, мы поймали побольше. Значит, в следующий раз будет еще больше и более крупное. Правильно? Правильно. Ну что ж, друзья, пришло время прощаться. Очередной выпуск подошел к концу. Я думаю, вам было интересно, так как и нам. Конечно, не почувствовать это все на своей шкуре. Видео не передает все эмоции, все прелести этого отдыха. Но те, кто не может выехать, нет времени, работа, там, тудым-сюдым, вы можете без проблем посмотреть. Ну, все равно и порадоваться за нас. Ну и хорошее видео. Ребят, подписывайтесь на канал обязательно. Здесь внизу есть такая кнопочка. Ништяк, они все в машине сидят, удочки на улице. В общем, ставьте большие пальцы вверх. Пишите свои комментарии. Очень жду комментариев, друзья. Любых разных. Ну, напишите, что вы думаете, что можно добавить. Посоветуйте какие-нибудь места, рыбаки, ё-моё, ребята, мужики. Ну, вдруг кто-то нарвался на наше видео, там, из заядлых рыбаков. Посоветуйте нам классное место в ЮКО. Рядом с городом. Ну да, желательно рядом с городом Шымкент, пожалуйста. В общем, с вами был Шымкентский канал. Дмитрий, Евгений, Ксения и Альбина. Ну, еще Рыжик и мужики. Все, всем удачи, всем пока.